Друзья, приветствую! Сегодня будет обзор криптовалютной биржи currency.com. Вы знаете, что я не так часто делаю подобные обзоры, и если уж делаю, то потому что это связано с чем-то интересным, и действительно в этом случае есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, начну с того, что мне в принципе нравится то, что у них такое броское название у сайта, ну и у компании currency.com. То есть, по идее бы такое слово, ну такой домен должен быть бы взят уже давно, но вот они подсуетились и теперь вот этот адрес у вот этой криптовалютной биржи. На самом деле весьма и весьма мощно, на мой взгляд. Какие интересные моменты? На самом деле их много, но самый, на мой взгляд, интересный момент — это то, что эта криптовалютная биржа предоставляет нам возможность торговать не только криптовалютными активами, такими как биткоин, альткоин и так далее, в том числе использовать леверидж, но и использовать торговые операции с традиционными активами при помощи токенизации этих активов. Дело в том, что для того, чтобы торговать, скажем, какими-то традиционными активами на традиционных рынках, такими как, скажем, там S&P или NASDAQ, или там золото и так далее, вам по-хорошему нужен брокер. И на самом деле очень многие, ну, несколько побаиваются такого шага, и кажется это достаточно сложным, каким-то непонятным. Так вот, с помощью вот этих инструментов на самом деле куда проще и быстрее получить вот этот вот функционал. Что это такое? Токены компаний, токены индексов. По сути дела, это означает то, что цена того или иного инструмента, того или иного актива, она отслеживается с помощью этого самого токенизированного актива. И таким образом мы можем торговать практически любыми инструментами, при этом по факту совершая сделки с вот этими самыми токенами. Ну и на этой бирже по статистике где-то более 1000-1300 с лишним таких активов. Можете посмотреть, ну, практически все, что может пожелать душа. К примеру, вот я тут открыл график Теслы, который недавно, видите, как вырос. То есть не только у нас биткоин стреляет, да, и там какие-то альткоины подобные активы, но и традиционные компании, да и золото сейчас выросло. То есть с помощью сервиса вот этой криптовалютной биржи вы можете торговать той же самой Теслой, можете торговать золотом, серебром, парами валютными, ну и в общем практически всем, чем угодно. Газ, NASDAQ. То есть если кого-то не устраивает тот факт, что у нас криптовалюты, ну, несколько такое серое пространство, которое может упасть до нуля, есть такая все-таки вероятность, ну или по крайней мере до очень-очень низких значений и очень быстро, то, имея дело с традиционными инструментами, многие чувствуют себя в большей безопасности, ну потому что это высоколиквидные рынки, они, как говорится, слишком большие, чтобы умереть, да, поэтому, конечно, могут быть всякие там движения цены необычные, но тем не менее для многих это является таким важным фактором и моментом, который предоставляет определенные преимущества. Так что, по сути, вот эта вся штука означает то, что просто имея тот же самый биткоин, вы можете использовать его для торговли практически всем, чем угодно. Я знаю, многие там ребят у нас в Телеграме интересуются традиционными рынками, но кто-то считает, что лезть туда очень сложно, чисто в плане того, чтобы начать именно торговлю, чтобы создать там аккаунты, как-то завести деньги и так далее. Так вот, здесь на самом деле все очень-очень просто. Биржу можно найти даже на CoinMarketCap, то есть она доступна даже в таких авторитетных источниках, ну, по крайней мере, информация о ней, да, можно посмотреть на криптовалютные пары, ну, потому что здесь на CoinMarketCap, естественно, вся информация о крипте, здесь нет токенизированных активов, но, тем не менее, к ним доступ тоже есть. Интересно, что у них очень большая скорость операций, проведения операций на бирже. Ну, насколько мне известно, большинство крупных обменников в криптовалютных, они стремятся использовать традиционные технологии банковские, и у них
скорость на порядки ниже, там десятки, максимум в лучшем случае сотни тысяч транзакций в секунду. Здесь увидите, как, следуя данным от CoinMarketCap, 50 миллионов транзакций в секунду, очень-очень много. Leverage 1 к 5 сотням, ну это максимальный, конечно, криптовалюту. Можно торговать с, по-моему, 1 к 100, что в принципе должно удовлетворить аппетиты практически любых трейдеров с высокой планкой риска. Ну и здесь еще есть важный момент, который связан с тем, что так как эта вещь должна быть регулируема, так как она именно имеет дело с вот такими специфичными технологиями и объединяет в себе торговлю как криптовалютой, так вот этими самыми токенизированными активами, Currency.com зарегистрирована в Республике Беларусь, где, как вы знаете, сейчас очень демократичные условия для работы с криптой. Там и какие-то налоги можно не платить за торговые операции, ну и там многое другое. Так вот, согласно законодательству Республики Беларусь, такой подход, он абсолютно легален. То есть эта криптовалютная биржа, она полностью регулируема, она периодически проходит независимый аудит, средства, которые заводятся на биржу, они застрахованы, ну и так далее и тому подобное. И при этом, конечно, есть и другая сторона, которая, может быть, кому-то не понравится, но для того, чтобы обеспечить высокую безопасность проведения этих самых торговых операций, хранения средств своих клиентов, Currency.com устанавливает определенные правила по KYC, то есть Know Your Customer, когда для полноценного функционала необходимо зарегистрироваться с указанием своих личных данных, да, там необходимо и паспорт, и какие-то данные по удостоверению своей личности, своего адреса, но таким образом, да, я понимаю, конечно, может кому-то это не нравится, хочется иметь анонимность, но, друзья, у анонимности есть обратная сторона медали, то, что этим могут воспользоваться те, у кого есть не совсем чистые намерения, и, соответственно, таким образом и безопасность ваших средств, которые вы заводите на подобную платформу, она оказывается более уязвимой. Так вот, на currency.com они стараются сделать все, по крайней мере, что сейчас в арсенале по обеспечению безопасности, чтобы этого не случилось. Но это, в принципе, нормальная практика, крупные обменники так, в принципе, и делают, так что в этом, я считаю, здесь скорее плюс. Далее, у них есть ежедневные турниры, торговые турниры, где, торгуя, вы можете получить призы за лучшую торговлю. Причем не обязательно быть именно на первом месте, там и второе, третье место тоже получает определенную награду. Всякие бонусы за верификацию, там достаточно сделать депозит в минимум $20 и совершить одну сделку, и вы получите аж $50, 2.5 раза больше, чем депозит на свой счет. Торговые конкурсы проводятся ежедневно, вот эти турниры, да. Соответственно, если не получилось там в один день, можно попробовать завтра, послезавтра и так далее. Вариантов куча. Уже давно они это проводят, уже почти 10 тысяч трейдеров получили награду, вообще аж более чем $500 000. Так что почему бы и не попытаться, да. Естественно, есть и демо-счет, на котором можно себя попробовать, да, как работает, в принципе, биржа, как вы чувствуете себя комфортно здесь или нет. Инструменты, графики, в принципе, все работает очень быстро. Есть интересные моменты по функционалу, там и графики выводятся отдельно в окно и так далее. Но на этом подробно останавливаться не буду. Тут каждому нравятся свои моменты какие-то, но достаточно много всего есть удобного здесь. Хочу отметить то, что у них есть некая такая образовательная часть на этой платформе, где можно познакомиться и со стратегиями торговли, и с последними трендами и анализами рынка, какими-то новостями, ну и так далее. Как видите, они работают и с кредитными картами, и там Яндекс.Мани они принимают. То есть все выполнено в том ключе, в котором должно быть сделано на платформе, которая стремится к легальности и к полноценной регуляции. Пару моментов еще по функционалу. Да, есть, конечно, и десктопная версия. Можно перейти на мобильную версию, то есть кто-то торгует или, по крайней мере, сверяет данные, сверяет курсы какие-то, смотрит постоянно на смартфоне там или как-то, да, то есть нормальный набор инструментов, он присутствует. Конечно, реферальная программа, она, правда, ограничена первыми 6 месяцами, но дает аж 50% от всех комиссий, которые выплачиваются
рефералами за торговые операции. То есть 50% это на самом деле очень и очень много. Практически биржа дает вам 50% своей прибыли. Так что, друзья, вот такая вот интересная штука. Конечно, как всегда, не забывайте, что любые инвестиции и торговли это риски, и вам следует быть осторожными с вашими средствами. То есть не стоит, как говорится, лезть на рожон, все проверьте и перепроверьте. Но подход весьма интересный, на мой взгляд, так что стоит обратить внимание. В общем, ссылки все будут в описании, как всегда. Если какие-то будут интересные новости в платформе, тоже я, может быть, сделаю пару упоминаний. Ну и на этом все. Спасибо, что смотрели, и удачной торговли. Пока!